Очевидно, это был длинный, интересный сезон с множеством новых ребят, пришедших в команду. Но в конечном итоге, думаю, это был отличный сезон. Мы работали очень упорно, выполнили задачу, вышли в плей-офф. Каждый старался выложиться на максимум. Мы проделали большую работу. Мы знали, что это хорошая команда, третья в лиге. Мы не забили наши голы. Йокерит — отличная команда, которая, возможно, превосходит нас в мастерстве. Думаю, это могло повлиять на результат. Но я думаю, что мы приложили значительные усилия и выполнили нашу работу. Что касаемо взгляда на работу команды изнутри, каждый отдельный игрок пахал каждую игру, не обращая внимания на счет. Два матча проиграны в овертайме, и это показывает, насколько Сочи близок по уровню к таким хорошим командам, как Йокерит. Всего лишь одна ошибка стоила нескольких матчей. Но в течение следующих нескольких лет ребята, для которых этот плей-офф был первым, многому научатся. Надеюсь, этот полученный опыт они перенесут на следующие сезоны. Думаю, наша команда станет только лучше. Этот сезон был особенным для меня. Я смог выступить на Олимпийских играх, неплохо играл за Сочи, и мы вышли в плей-офф, где помог команде. Так что это был хороший сезон для меня, и надеюсь, что буду продолжать в том же духе и в последующие годы. Началось все с турниров в течение сезона, где я неплохо выступил. Тренеры изначально поняли суть моей игры, они были мной довольны. Сказали, если я продолжу играть хорошо, то у меня есть шанс попасть в сборную. Когда я узнал состав команды на игры, был очень-очень счастлив. Очень счастлив представлять мою страну, а принести ей бронзовые медали тем более. Это то, что на самом деле невозможно описать словами. Быть в олимпийской деревне среди других лучших спортсменов мира. Это действительно круто. Видеть их, как они сосредоточены, наблюдать за их лицами во время тренировок, как они серьезно настроены по отношению к соревнованиям и своей стране. Это было здорово. Быть там, быть с другими ребятами, быть с командой. Создать особенный коллектив с другими канадскими игроками также было потрясающе. The Canadian players was awesome as well. I can't tell you how I succeeded with that. Я не могу раскрыть вам секрет, как я добился этого. Шучу. Хорошо, я не знаю, я тренировал вбрасывание очень много в течение сезона после тренировок с командой и однозначно прибавлял сезон за сезонами. Я знал, что одна из моих задач на Олимпийские игры – помочь сборной и выиграть ключевые вбрасывания, чтобы шайба досталась команде. Я был сконцентрирован на этом, приложил максимум усилий. Разумеется, приятно было возглавить рейтинг турнира по этому показателю. Я был рад этому. Думаю, как игрок Сочи, я хоккеист более атакующего плана. Я задействован на вбрасываниях. Когда я играю за сборную Канады, то там я бросаюсь под шайбу и когда есть возможность, атакую. Это определенно две разные роли. Несмотря на то, что это было всего 9 дней, мне действительно понравился этот опыт в составе сборной Канады. Но я слишком часто бросался под шайбу всем телом. У меня все болело потом. Обе роли интересны, но моя роль в Сочи мне нравится больше. В мой первый год здесь я даже не знал, чего ожидать. В этом году я заметил, что болельщики были очень хороши. Из-за размеров арены кажется, что их не так много, но атмосфера была отличной. Когда ты общаешься с болельщиками, видишь их после матча и участвуешь в автограф-сессиях, то видишь, насколько они преданы городу и насколько сильно любят тебя. Особенно в плей-офф, когда нам очень нужна была поддержка. Они болели, были громкими, и это нам помогало. Думаю, они одни из самых лучших болельщиков в лиге, и это большая удача, что они у нас есть. Я еду домой, чтобы увидеть мою семью, расслабиться, выспаться. Это был долгий сезон, как я сказал, у меня все болит. Потом посмотрим, может съездим куда-нибудь. Но следующую пару месяцев собираюсь отдыхать и проводить время с семьей.